Добрый день, дорогие друзья! В этом видео я хочу рассказать о модели планшетного принтера Evolution Candy Printer. Эта модель удачно зарекомендовала себя в сфере кондитерской печати. Давайте более подробно разберем эту модель. Основные плюсы данной модели – это регулировка стола, подсветка зоны запечатываемой. Она служит для удобства регулировки расстояние от печатающей головки до запечатываемого материала. Кстати, еще одной очень важной функцией данной разработки является то, что во время печати вы также можете поднять либо опустить стол. А это сводит к минимуму процент брака. Также основные узлы принтера смоделированы в программе 3D Max и напечатаны на 3D принтере. Для красоты и удобства работы с принтером емкость для слива отработанных чернил мы поместили в левый цилиндр принтера, что позволяет не контролировать заполнение памперса до того момента, пока принтер сам вам об этом не скажет. Высота стола регулируется в пределах 12 сантиметров. Это позволяет напечатать на изделие до 12 сантиметров. Также данный принтер имеет декларацию о соответствии, что позволяет работать с данным устройством в больших кондитерских мастерских. Во избежание оседания пыли на основных узлах принтера при печати, компания Evolution рекомендует печатать с открытой крышкой.